Всем привет, друзья! Сегодня начинаем проходить хоррор под названием Revale. Я не говорю, что это инди-хоррор, потому что инди-хоррором он не является. Какая-то более-менее крупная компания его разработала. Он был у меня в желаемом и вот вышел буквально несколько дней назад. Ну, поехали посмотрим, что из себя представляет. Дом ужаса написано. А, я уже иду. Это знаешь, как похоже на цирк какой-то? Здесь, кстати, антураж будет такой цирковой, какой-то детских площадок всяких. Я вот так вот себе это представляю. Ну, я смотрела там трейлеры. Впереди кто-то с крыльями, я не могу понять, кто это. Кто это? Непонятно. А, потише сделать. Да, это какой-то парк развлечений. Сейчас скажу одно замечание, кстати. Я делала проверку звука, то есть я уже видела заставку. Короче, когда будут субтитры, почему-то на экране их не будет. Или будет. О, какой странный сон. Голова раскалывается. Нужно унять эту боль. Я еще погоди, знаешь, что сделаю? Сейчас посмотрю. Что-то так ничего и не поняла, будут они или не будут. Ну, короче, у меня в проверке почему-то субтитров не было. Эти таблетки обычно помогают, надо принять несколько. Это должно помочь. Волтер Томпсон. Может, Марта и Дори еще не спят? Вау. Чё? Смотри, как лампово все сделано. Ну, графа, конечно, графонистая. Там игра делает настройку под твою систему в начале. Ну, мне вот на самое высокое все поставило. Тампа. Вот бы у нас было время и деньги, чтобы попутешествовать. Солнечный привет из Тампы, штат Флорида. Отдыхаю в Тампе. Про солнце здесь не шутили. Тут довольно неплохо. Побуду здесь еще. Надеюсь, что у тебя все хорошо. Передай привет Волтеру от меня, Генри. А, Генри пишет Марте Томпсон. Это, видимо, супруга наша. Хорошо. Короче, я, видимо, до конца записи не узнаю, видно вам субтитры или нет, потому что первый раз встречаю такую штуку, что мне их видно, а вам нет на записи. Аж показать подсказки. Но если они будут, то, значит, я это зря сказала, а если их не будет, то знай, что я их вижу, а ты нет. Аж подсказки. Ну, я нажимаю на аж, в смысле. Что? Я что-то не куда-то не туда нажимаю как-то? А, вот, смотри. Ага, объекты, с которыми можно взаимодействовать. Думаю, часть старой музыкальной шкатулки. Ну, это и коню, понятно. Так, взаимодействие. А, она хочет, чтобы я мышкой открывала. Окей, например, я поверну. Взаимодействие. А, еще мышкой надо ключ взять, прикинь. А, вот и ключ. Ну, как он вообще здесь оказался? Ключ от спальни в инвентаре.
Знаешь, что сделали вот неплохо? То, что на H я могу посмотреть предметы, с которыми взаимодействовать. Иногда в хоррорах, да не то чтобы иногда, очень часто, ты не понимаешь, что делать надо. Martha always forgets to put it on. Марта всегда забывает надеть его. Новый коллекционный предмет — обручальное кольцо Марты. Выступления Марты и Дори не оставляют нам времени на свадьбы. А, это приглашали их на свадьбу, значит? Мистер и миссис Брюс Ловингтон имеют честь пригласить вас на бракосочетание их дочери. Ну и, конечно же, они не пошли, да? Мы раньше часто читали вместе. Надеюсь, у нас еще найдется на это время. Курьер жортом в желтом Эдгара Пола. Что я думаю об этой книге? Интересный поворот сюжета, понравились взаимоотношения героев, трудности и то, как они с ними справились. Я очень заинтересовалась и не могла оторваться от финальной развязки. Волтеру бы она понравилась, зачеркнуто. Мой вопрос для книжного клуба на следующей неделе. Если бы вы снимали фильм по этой книге, то каких актеров бы вы взяли на роли? Какая у вас любимая цитата и почему? Видимо, здесь все. Марта уже закончила со всеми делами для цирка. Остальное на мне, как всегда. Список дел, to-do list. Купить продукты, Дори с уроками, вынести мусор, помыть посуду. И все как в обычной жизни, только мы это не пишем на листочек, правильно? Ну, может, кто-то пишет. Использовать ключ от спальни. Нужно поискать Марту и Дори. Ну, смотри, взаимодействие мышкой очень прямо чувствительное. То есть он прям отлично открывает. Не помню. А? Что это было? Землетрясение? Дни без звонков. Дни без звонков. Ну я так и сказала, в смысле. Дни без звонков? Точно понял, в смысле. А что это было? Кто-то забыл выключить проигрыватель. Дори и Марта, где же они? Они очень нравятся Марте. Здесь наши вкусы расходятся. О, смотри, держатель для книг такой прикольный. Ну-ка. Это было их первое совместное шоу. А, так они работают в цирке, они циркачки, жена с дочкой. Точно. Старая рекламная листовка. Я думаю, при чем тут тема цирка? А они прям работают там, нифига себе. Мы получаем их постоянно. Начальная школа пишет родителям. С тревогой сообщаю вам, что на уроках Дори не слушает учителя, часто забывает принести домашку. Результаты тестов стали хуже. Они хотели поговорить с родаками. Марте эта песня никогда не надоест. А с чем взаимодействовать еще? Уходить отсюда? Интересно, наш семейный вечер состоится хотя бы один раз? А, 1981 год, смотри-ка, мы год узнали. Понедельник, выступление, книжный клуб, семейный вечер зачеркнут, книжный клуб, репетиция выступления, семейный вечер, выходной Уолтера, выступление Марты. Отстань. Нифига себе, дом. Может, Дори в своей комнате? Чё? Чё такое? Про описание фонетика, домашнее задание. Произнесите название каждой картинки, каким был гласный звук, длинным или коротким. Детская домашка какая-то. Мистер Жирафик, она везде берет его с собой.
Давай чекнем вот эту дверь сначала. This is part of one of the old arcades. Он старого игрового автомата, игрушечный мотоцикл. А, его взять как бы надо. А что такое? Дори! Дори! Вау. Costumes for their show. Это костюмы для их выступления. Дори, is that you? Дори, это ты? Doesn't seem to work. А, не работает. Вау, нифига тут предметов. I never liked doing my homework either. Я тоже никогда не любил делать домашку. Так, короче, про домашку мы давай не будем читать, мы это уже поняли. То, что у нее нет времени на это, и она... Не хочу учиться, хочу в цирке выступать. Правильно понимаю? Я забрал его из цирка. Он же старый, но я его люблю. Мне нужно вставить сюда монету. Ух. Нифига, какое взаимодействие. На правую кнопку мыши еще и вставить монету. Смотри, я еще могу вот так вот вращать. Похоже на карту. Написано, папочка, реши загадку. Папочка, реши загадку. Так, стороны света, книга зачеркнута, идем к клоуну, потом идем на зеленый луг, в лабиринт, потом кони бегут, коробка открывается и слон. Как решить ту загадку? Dory's drawing book. Альбом для рисования Дори. Что, он на замке? Need to search for the key. Why did Нужно поискать this? Ключ. А почему она его закрыла? I think it's supposed to look creepy, but Наверное, его вид должен clowns. Пугать. Но нам с Дори нравятся клоуны. Нифига себе. Что? He's missing some teeth. А у него нет части зубов. Это какие-то 3D-загадки пошли. Так, разбираемся дальше. Шкатулка. Монета. А, думаю, что это монета для старого автомата. Хотелось бы, чтобы она относилась к этому серьезнее. Она же такой смышленый ребенок. А, ну она совсем какие-то простейшие не может задания сделать или чего? Дори их обожает, поэтому я сделал один для нее. Это шарики катать или что? Двигать, смотри, двигать можно. А, да, нам придется шарики катать, походу. Только погоди. Двигать, взаимодействовать. Ну, куда же она положила шарики на этот раз? Прикол, шарики катать. Звездочки светятся в темноте. Давай по порядку. Я могу присесть. Смотри-ка, мы тут находим что-то еще. Математика, домашние задания, карандаши посчитать, видимо, не получилось. А здесь как? Давай монету в автомат. И посмотрим, что он нам вообще-то даст. Ой-ой. Еще видишь, тут типа мышкой нажимается, можно пропустить какой-то объект, куда нажимать. А дальше мне скажите. Хорошо, how to play. Вставьте монету сверху, потяните ручку справа вниз до упора. Потяните ручку справа вниз до упора. А, уважаемые, скажите, пожалуйста, где эта ручка находится? Ручку справа, потяните ручку справа вниз до упора. Должно сработать. Ручку... Подожди, что за ручка справа? Никакой ручки нет, взаимодействия нет. Тут, я говорю, было единственное взаимодействие. На мышку я его тыкнула, и оно тыкнулось. Капец, этих новых игр наделают, ничего не поймешь, что тут делать. Иногда бывает душнина, загадки просто, душнина. Ручку. Что за ручка? Может, мне какую-то ручку нужно найти, что ли? Смотри, я на H нажимаю.
По сути, должны показаться предметы, с которыми я не взаимодействовал. Ну-ка. Ну-ка. Она так много внимания уделяет выступлениям. Это не могло не повлиять на ее оценки. Да мы поняли, мне ручку-то дай. Это мега-ленивец. Она читает каждый выпуск. Вот так вот в начале игры находимся, и нам все равно ничего не понятно. Так, еще раз осматриваем. Ручка справа. Как до нее добраться? Смотри, камера как двигается. По сути, нифига сделать не могу. Может, мне надо выйти отсюда? Что это? Вот это вот точка. Вот эта точка. Смотри, точка. Точка. Вот это вот какая-то точка. Типа, вот же она, ручка, да, получается? Ну вот, там типа ушко какое-то. Зачем вы сделали так сложно-то? То есть они сделали такое сложное взаимодействие, то есть ты не можешь даже эту точку нащупать, чтобы мышкой туда тыкнуть. Чего? Тьфу на вас. Шарик, спейс взять. Мой любимый цвет. Белый? А, погоди, а вот эту загадку нужно делать, как она нарисовала? Папа, реши загадку. Или это вообще не относится? Направо, налево, направо, вниз. Взаимодействовать. Допустим. Ага, мышкой я кручу. А, ну, скорее всего, здесь что-то не подходит. Давай крутить шарик. Надо проехать по дороге и не упасть вниз. Ага, пон. Хорошо, значит, это к плакату никак не относится. Знаешь, я что пытаюсь? Пытаюсь поймать эту точку. Оу, щит. Как, куда надо крутить мышку, чтобы шарик не укатился? Вот теперь вот сюда. О! Не могу привыкнуть к этому. Погнали! Эть! Опять в эту сторону, не в ту сторону. Следуй по пути для того, чтобы разгадать загадку. Слушай, а прикинь, знаешь, что окажется? Сейчас окажется то, что мы все неправильно делаем, и это действительно связано как-то с плакатом девочки, и мы тут делаем полную чушь. Хотя, с другой стороны, здесь же нет сброса загадки. Но вот это сложно мышкой управлять прямо дико. Очень сложно. Я прям не пойму, как это работает. Не пойму вообще никак. Но опять он упал. Знаешь, такое ощущение, что я вращаю доску, но одновременно еще как-то такое ощущение, я даже в одну секунду подумала, что я управляю шариком. Очень странно. Шарик, обратно. Дадим ему упасть. Падай. Вот сюда? Нет? Вот сюда? Ну что, ты не падаешь? Да наконец-то. Ага, кучка пластмассовых зубов. Ок. Тири. Чё, в смысле? Ок, зачем мне с зубами взаимодействовать? А-а-а! Их вставить вниз надо, а чё так сложно? Мышкой надо вести вниз для того, чтобы вставить зубы.
Ну, слушайте, разработчики, ну вы бы еще что напридумывали. Что? That giraffe is a key. Этот жираф и есть ключ? Умно. Ключ в виде жирафа в инвентаре. Непон. А зачем нам ключ жирафа? Что? Ну, смотри, инвентарь жираф. Выйти из комнаты или нет? Жираф — это ключ. А ключ от чего? Здесь разве есть что-то закрытое? Смотри, нажимаем на H, и у нас ничего не подсвечивается. То есть вообще ничего. Жираф — это ключ. Возможно, здесь есть какая-то ключ, я не знаю, как это воспринимать. В прямом смысле или в переносном каком-нибудь? Я сбился со счета, сколько раз Дори забывала его дома. Она как рассеянная с улицы бассейна или что? Ключ, так медведь сидит. Жираф. А, блин, вот этот тупорез. А, открыть же этот надо. Ключ вертим, хорошо. Дори 7 лет. Так, рисует на солнце, значит, так, выступает в цирке. Батя могилку сколотил кому-то. Девка идет в цирк. Кот летает, и жираф на улице ходит. Приехали домой, и животные тоже к ним приехали. Так, получается, котик с жирафом приехали, жирафу плохо стало. Так, тут что-то совсем что-то плохое случилось. Мама с папой ругаются, видимо. Цирку плохо. Что-то ножницами отрезает. Дом. Сальвадор Дали поселился у нее дома. Так, что-то тут страница прям вообще закрашена черным. Кому-то плохо. И да, красный глаз. Что за пролаги? Я, кстати, ничего не знаю, что с ним делать. Что происходит? Должно быть, это еще один сон. Shift идти быстрее или бежать? Подожди, не может этого быть. Это же место у озера, рядом с цирком. Папочка? Дори, это ты? О, поганка. Мы с Дори часто выходим отдохнуть. Мамочка, папочка! Я нашла вот такенную муху! Дорогая, это не муха, а стрекоза. О, будь осторожна, они могут дышать огнем. Уолтер, не веди себя как дурак, ты ее напугаешь. Папочка! Дори, что ты там делаешь? Опа, нету Дори. Папочка! Подожди меня, я не такой быстрый. Предпочитаю не знать свое будущее. А, это реклама предсказателей будущего. А вот и поезд, на котором мы обычно путешествовали. Но в последнее время цирк никуда не переезжает. Так, что-то потыкало.
Ага. Короче, какие-то рекламки цирка. Будто бы я был здесь очень давно, но в то же время, как вчера. Папочка, сюда! Ты никогда меня не поймаешь. О, что бы я ни делал, она всегда ломается. Так, нам сказала она заходить. Фан-хаус. Чтобы попасть в павильон смеха, мне нужен жетон. Где мне его достать? О, ну вот это загадка века. Давай нажмем на H. H нам должно помочь. Этого должно хватить на несколько раундов. Горсть монет. Подожди, сюда нужен жетон? Жетон. Должно быть, за прошедшие года я заменил сотни таких. Ну, он как электрик, механик или кто? Похоже, они запланировали ремонт. Я думал, у нас особо нет денег. Иногда мы вместе едим после выступлений. Марта и Дори — большое шоу. Их выступление всегда главное событие. Так, коней тут чинят. То есть мне дали деньги, но мне не дали жетон. Это что? Попкорн. Погоди, как будто было какое-то... А что я могу делать? Сесть на коня? А зачем? Сесть на коня. Интересно, я еще не разучился. Не работает. А если... Если тут что-то будет? Нет питания. Это мои? Когда у нас родилась Дори, я бросил курить. И зачем кто-то обмотал его? Временами Дори пытается поработать над домашним заданием, но хватает ее ненадолго. Так, кто-то хлеб не доел. Может быть, здесь будет жетон? Мой верстак. А что-то не поняла мне как. Допустим, если жетон мне дают не сразу, то нужно куда-то применить денежку. Куда применить денежку? Не пон. Так, текст. Включить предохранитель в техническом шатре до прибытия посетителей. Гонка по бездорожью инструкции. Вставьте монету в щель, чтобы начать игру. Игра заканчивается, если мотоцикл врезается в препятствие. 1000 очков, чтобы выиграть жетон. Предохранитель в техническом шатре до прибытия посетителей. Во, деньги сюда нужны? Проверьте блок предохранителей. Может, этот все еще работает? Он имеет в виду этот автомат. Нужно выиграть в автомате жетон. Гонка по бездорожью. Смотри, 1000 to win a token. Чтоб тебе дали токен, значит, надо нам это. Чего он говорит предохранителей? О, я всегда неплохо играл в него. Хорошо, выяснили то, что один автомат еще может работать, должен работать, и нужно что-то там предохранителем сделать. В техническом шатре. Этот прекрасный мир. Чудеса природы. Ну это же технический шатер, правильно? Ну прям я процентов на 200, наверное, уверена. А, вот. Ну, посмотрим, получится ли включить питание.
А в чем суть загадки? Осмотреться, взаимодействовать. А, вот написано, да? Switch on first. Первым нужно включить... Это какой? Шестой, короче, не включать. Написано первым включить. А что это означает? Включить первым первый. То есть тут нужен какой-то порядок, а какой? Включить первым первый. Может просто смотреть, выщелкнет или нет. Что-то схема тупая какая-то, если честно. Допустим, первый и четвертый. Хорошо. Первый, четвертый. Давай лучше так решать, потому что что-то там нарисовано, я даже не могу понять. Первый, четвертый. Первый, четвертый. О, щит. Первый, четвертый, седьмой. 1, 4, 7. 1, 4, 7, 2. 1, 4, 7, 2, 5 и 3. Получилось. Мое имя Зохан, и я вижу твое будущее. Узри же его вместе со мной. Мне всего лишь нужен знак признательности. Ага. Пошли играть тогда, получается, в гонки. А, кони поехали. Гонки, это же прямо здесь. Так, гонки. Написано, косарь очков нужно сделать, осмотреться, взаимодействовать. А как... Как тут все? Let's get this on the first try. О, сделаем как это с первой попытки. А что делать-то надо? А, поворачивать надо. Ага, у него, значит, короче, три положения. Право, лево и середина. И ты должен заработать косарь. А бывают такие, которые как бы... Закрытые, а потом открытые. Ага, сейчас ускоряться будет, да? О, нифига себе, игра какая интересная. Ок. Середина? Когда середина, короче, ничего делать не надо. Просто отпускаешь клавиатуру и все. Не просираем, не просираем. Еще пару очков. Вышло не очень. Okay, прикинь, на самом конце. На самом конце сделала не так. Никогда таких автоматов не видела. Ну, вообще, вряд ли меня когда-то в жизни это интересовало, конечно. Окей. Получается, я не проехала самую-самую последнюю штучку. Самое последнее препятствие. Ну? Ага. Ага. О! Вот это подло! Вот это ускоряется, ускоряется, ускоряется. Прям жесть. Go, 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 go. Тихо, не отвлекай меня. Yes. Easy. Тысяча.
1000, у меня должен быть токен уже. Тихо. Слишком быстро. Вернее, не очень. 1300, а мне что, дадут что-нибудь сверху за это? То есть мне нужен косарь для того, чтобы выиграть жетон и пройти туда. Ну, нам пора куда-то врезаться. Нам пора куда-то врезаться, чтобы закончить эту игру. Давай, ладно, 2000, 2000. 2000. Уже две? Все, пора врезаться. Что-то упало в отсек для монет. А? Ага, все, окей, жетон. Все, жетон. Задвигаем. Теперь турникет должен работать. Загрузка-то же какая-то. Welcome to the funhouse. Дори каждый раз тащит меня сюда. Думаю, ей просто нравится пугать меня. Перевернутая комната. А? Напоминает клоуна из цирка. Как же его звали? Написано идти сюда. А, это беговую дорожку подключили. Хорошо. О, очень страшно, очень страшно. This way. Сохранение. Да, кстати, пока не задавалась вопросом, как работает сохранение. Дори, хватит уже этих игр. Окей. Вот это что за кардебалет? Падает что-то, ну действительно ремонт нужен. Умри. Дори, I'm serious, that's enough. Дори, я серьезно, достаточно. Нифига себе. Where did she go? А, куда же она пошла? Что такое? Wait, where did I go? Подожди, а куда я пошел? Не помню. Это что такое? О, у меня оптическая иллюзия какая-то. Да, точно. Как? Please wait, Dory. Пожалуйста, Дори, подожди. Это Дори, поезд. Я не помню, чтобы восстанавливал тебе мотор. А, это поезд, который сам не должен ехать, да? Fine, fine. I'll play along. Ладно, Where ладно, я подыграю. Next? И что же будет дальше?
Не поняла, что у него там за провод. А, все. Я думала, мы выйти оттуда не можем. Wait, Dory. Подожди, Дори! Должно быть, это новая комната в павильоне смеха. So почему она так выглядит знакомо? Это что? А, это лифт? Окей. There once was a young man and woman. Жили на свете юноша и девушка. Однажды они повстречались в одном особенном месте. И чего-то там. И сильно полюбили друг друга. There once was a young man and woman who fell in love in a special place. Подожди, пальма и дома. Пальма, дома и цирк. А, ну цирк, наверное. This sounds like Martha and me. Звучало так, будто это история обо мне и Марте. They married soon after. Они поженились вскоре, и у них родился ребенок. Здоровая девочка, что стала для них целым миром. Мэри, Дори. Ну, конечно, у нас Дори. Куда клонит эта история? И почему она о нашей семье? Повзрослев, девочка с радостью пошла по стопам матери. Но их жизненный путь был совсем непростым. Денег всегда не хватало, а времени, чтобы провести его вместе, и подавно. Поэтому путь вел их к неминуемому концу. Неминуемому? Счастье, горе и разбитая маска. Интересно, куда надо пойти. То есть, если я неправильно пойду, он просто будет повторять то же самое. Чего? А, разбитая маска? Что это должно значить? Это не может быть правдой. Нужно поторопиться и найти Дори. О, не-не-не-не-не-не! А, стекло? А, поняла, лабиринт со стеклянными стенами. Можно в целом по полу ориентироваться. А, нет, вот тупик. Нет, тупик.
тупик, а вот это... Да. А вот это нет. Дори, ну хватит убегать, пожалуйста. Блин, я запуталась. Меня заперли, все? Окей, сохранка. Туда идти, но я там не пройду. Как? А что такое за загадка? А, вот. Нифига они наворотили, конечно, антуража циркового. Прикольно. Молоточек, молоточек. Так, прыгать или наверх? Скорее всего, здесь сокрыто. А нет, смотри-ка. Нифига себе здание. А? Мы можем пойти сегодня на озеро? Я уже сделала всю домашнюю работу. Честно-честно. Папочка, папочка, ты видел, как высоко я была? Я летала, как супергероиня. В окно нам не надо, правильно? Извини, пап. Мне нужно тренироваться с мамой. Увидимся вечером. Я правильно поняла, что с его семьей что-то случилось? Что? Это как? О, нет, 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 нет! Смерть. Великий Зохан видит, что ты не нашел искомого. Твои поиски потерпят крах, ибо это будущее не твое. Но если ты ищешь не свое будущее, возможно, путь дальнейший приведет тебя к твоему прошлому. Выберешь ли ты его, зная, что это решение может быть роковым? В очередной раз. Иди и ищи правду. Это сон, не иначе. Я не понимаю ничего из того, что он сказал. Please, let me wake up. Пожалуйста, я просто хочу проснуться. Мотель. А,
А, я не могу отсюда никуда пойти. Мотель, кухня летает. А, нам сюда надо. Туалетка летает, неплохо. Это его дом только искаженный, да? Такое ощущение, что телефон звонит. Телек продают. А, ну что за кошмар? Нужно принять что-нибудь от этой головной боли. Какой же поганый сон. А где мои таблетки? Они же обычно лежат у кровати. Нужно найти их, пока голова не разболелась еще сильнее. А разве я не искал Дори? А, не-не, просто спал. Куча пустых упаковок от таблеток, но они не мои. Почему-то мне кажется, что ключ находится здесь. А где там была эта фигурка? Почему мы сохранили именно этот билет? А? А, товарищ, а мы таблетки-то все-таки будем искать? А, смотри, это можно открыть. Я буду на H нажимать, чтобы... Коробки для переезда. А почему мы пакуем вещи? Ну смотри, чтобы выйти отсюда, нам как минимум нужна статуэтка. Закрыто! Я что, запер сам себя? Или это был кто-то еще? Знаешь, пожалуй, самый логичный вопрос в хорроре. Я запер сам себя? Не вижу. Вижу. А почему она лежит здесь? Подожди, забыла, где эта балерина была. Во. Так, ее ставим сюда. И крутим. Да. Ну, так и знал. Подожди, сколько сейчас времени? Мне нужно проверить Марту и Дори. Это дни без звонков? Что там еще прибавилось, по-моему? Они работают? А почему я все еще не починил его? Мне уже не по себе, когда музыка Марты не играет. Марта и Дори. Но где же я? Типа, где моя фотка? Что поменялось? Ну, квартира теперь квартира обычного алкаша. Скажи. Насрано везде. Дори уже, вероятно, спит, но мне все равно следует ее проведать. Марта, возможно, рисует наверху. О, слушай, мы сюда еще не ходили, давай сюда. Здесь очень много пустых бутылок. Мы с Мартой обычно пьем только по особым случаям. Какого черта происходит? Так это не комната Марты. Что случилось с нашей ванной? Такого не может быть на самом деле. Фу, как же здесь грязно. Кажется, все мои таблетки плавают там. Ну, считаю, что мне не повредит, если я все еще буду их принимать. Она исчезла, но это точно была Дори.
Even this picture does not belong here. А, даже эта картина не отсюда. Кто видел? Кто видел, Дориана тут сидела? Oh, the stairs are all wrong. Лестницы все неправильные. Martha, are you in here? Марта, ты тут? Oh, one of her tarot cards. О, одна из ее карт Таро, дурак. Она специально ее для меня тут положила. Вау. Офигеть. Я просто не могу представить, что я живу в месте, ну, я лично, живу в месте, в котором настолько много пространства. Например, как здесь. Вообще не могу себе этого представить. А? I think we have a fortune. В нашем доме столько красок, что даже не сосчитать. Мы не разрешаем Дори заходить сюда из-за химикатов, которые Марта использует в своем хобби. А, разбавитель краски. Правильно. Здесь ничего. Постарались, смотри, как красиво. Мак офигенный. Только не поверю, что он дома растет. Не верю. Фиг ли ему дома-то расти. Так, а, вот. Все плохо. Это, наверное, знаешь, это на нее повлияли цирковые чуваки. Карта Таро, кстати. Двойная повязка на глаза слишком опасна для нее, жонглирование нет, слишком заезжено. Сальто назад, не знаю, справимся ли мы, но потренируем его. Посадить Дори ко мне на плечи может сработать. Больше освещения? Может, Волтер смастерит парочку пушек с блестками? Так концовка будет смотреться поярче. Так, Марта. А, у нее какая-то своеобразная техника рисования? Это что, глаз? И он смотрит на меня. Что это? Где это находится? Спы составить. У меня странное чувство, что здесь не хватает чего-то. Стоп, я могу нажать на глаз и смотреть в кубок какой-то. На тарелку что-то положить можно. Ой, котик. Кэтс, кэтс. Так, ну-ка. Мне нравятся ее картины. Но чувствуется, что здесь что-то не так. А я могу эту загадку решить прямо здесь? Чего-то не хватает на тарелке. Если нажимать H, то нет. А я, смотри, если я смогу отсюда выйти... Нет, я выйти не могу. Значит, решается здесь. Okay. This gets weirder and weirder. Ладно, становится все чуднее. Я что, должен пойти, ну, прямо в зазеркалье? Марта? Марта? У нее завязаны глаза. Боже! Мне в этом мире нужно что-то забрать, чтобы положить туда.
Что-то я должна забрать, не понимаю. Ага, надо определиться, как, насколько к ней можно близко подходить. Ну смотри, если там освещенная область, есть логика пройти именно туда. Ctrl присесть. Да я уже на контроле хожу. А если H нажать? Какая странная кисточка. Странная кисточка теперь в инвентаре. Нет, нам сюда не надо, нам сюда не надо. Видимо, нам реально нужна была красная... Ой, красная, говорю, странная кисточка. А, кажется, все правильно. Сколько еще раз тебе повторять, Уолтер? Не отвлекай меня, когда я рисую. Позже поговорим. Да уж, во время рисования она погружалась в свой собственный мир. Я едва мог до нее достучаться. Сработало. Но нужно сделать что-то еще. Странное чувство, что здесь чего-то не хватает. А, вот до меня доперло. Глаз показывает, что нам нужно взять в том зазеркалье. Тьфу ты, я-то думаю, что этот глаз показывает реально на эту... на такой кубок с кистью. Все, поняла. Вот это поняла, так поняла. Смотри, нам теперь нужно идти. Она же по лестнице не ходит. Нам нужно вот сюда. Но самое интересное, почему бы сразу не собрать все три предмета? Может, что-то меняться будет? Нам вот сюда надо забрать череп, наверное. Или это не череп? О, это сережка Марты? Ухо на подушке. Так, приехали, ухо на подушке. Не, ну там так было написано, я тут при чем? Жесть. Не сейчас, Уолтер. Нам нужно готовиться к шоу. И давай не будем делать этого перед ребенком. О чем я хотел с ней поговорить? Комната опять изменилась. Нужно найти последнюю вещь. А, видимо, нужно идти там, где картина, да. Куда мы подходили, где там свет светит и картина, мне кажется, так. О, подожди. Здесь, да, реально все по-другому. Вот, вот сюда. Карта, такая колода, карта Таро. Тише, Уолтер, тише, это всего лишь сон. Или нет? Я уже ни в чем не уверен. Ну, обычно таблетки помогают. Который час? Может, Дори и Марта еще не спят? О, нет, 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 этого не может быть. Кто в курсе, что мы профукали последнюю тарелку? Чего-то не хватает.
Окей, то есть если мы померли, мы как бы проснулись. А, она идет сюда. И здесь я обойти не могу. Нет, возвращается, возвращается. Карты Таро взять. Все, теперь я бегу, я на шифтах бегу. Все, доделываем третий предмет. Я так понимаю, главный герой пытается разобраться в своем прошлом. Это не обсуждается. Дори будет выступать со мной. Разве ты не видишь, что это ее будущее? Ты не изменишь этого. Мы спорили о будущем Дори в цирке, но Марта меня вообще не слушала. Я не знал, что мне делать. Что это было? Котик? Не понял. Здесь типа все сделано по факту. Картины странные. Идти вроде как некуда, кроме зазеркалья. Давай в зазеркалье. Ну да, хотя попытаемся. А? Да что вообще здесь происходит? Этот безумный сон наконец-то закончился? А фигурка уже на месте. Я просто посмотрела, что дверь открыта. О, закрыта. Фигурка на месте. Так и знал. Снова все то же самое. Это все еще сон? Нужно это выяснить. Что бы это был за сон? Что случилось между мной и Мартой? Разве мы не должны быть счастливы? Почему она так выглядела? Ну что, друзья, на этом серию закончим и продолжим в следующей серии. Неплохо, неплохо выглядит игра, и с сюжетом нужно разбираться, то есть, насколько я понимаю, мы должны разобраться вообще, что произошло в жизни нашего главного героя и что случилось с его семьей. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить, и мы с вами очень скоро встретимся в новых видео. Всем хорошего настроения и всем пока-пока!